Здорово! Сегодня в видео мы посмотрим новую PvP-карту «Орбитальная станция». В общем-то, она достаточно масштабная, стиль такой какой-то Mad Max, что ли. И, кстати, я уже вижу, что у нас здесь растут пальмы. Насколько я помню, пальм в Красауте еще не было. Здесь вода, все горит, все дымится. Ну, выглядит, конечно, красиво, и карта будет выделяться на фоне других. Это мы... тоже где-то достаточно близко к центру. Ох, нифига себе, смотрите, что я вижу. Там какие-то огромные кольца. Слушайте, мне уже нравится. Я еще ничего особо-то не смотрел. Вот просто мои первые впечатления. Так, это, я так понимаю, спавн какой-то здесь. Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Спавн и спавн. Так, четвертая картинка. Это у нас вот, мы как раз-таки близко к этим кольцам. А что-то такое опустошительское у нас здесь. Не, ну выглядит прикольно. Давайте теперь посмотрим, что нам пишут разработчики. А дальше разработчики пишут, что до выхода ближайшего крупного обновления осталось чуть больше недели. Но я так думаю, обнова выйдет на следующей неделе, именно в четверг по классике жанра. Новая локация создана для режима контроль и может похвастать уникальным визуальным стилем и асимметричной схемой. Сейчас мы посмотрим точку появления второй команды и путь к базе С. Ну, карта довольно-таки большая, и никаких пустых мест. Здесь у нас получается спавн, направо можно поехать, налево два пути, здесь база, давайте сбоку посмотрим. И очень много новых деталей, вот что взять только с пальм, их не было в Красауте, этих машинок тоже не было. Очень много новых моделек. Дальше у нас идет точка появления первой команды и путь к базе А. Ну, это просто противоположная часть карты, и, судя по всему, здесь даже можно проехать. Как-то вот здесь, вот видите, такой заезд есть, и можно куда-то вон туда уехать. Это у нас база. Ну, база такая классическая, какое-то укрытие и ничего больше. Базы А и С — это останки машин-опустошителей. Точки расположены друг напротив друга и разделены ареной для сражений среди скал и пальм. Это у нас получается около базы С, тоже какие-то машинки стоят, что-то опустошительское горит. Ну, база С и А, они практически одинаковые, только машинки немножко отличаются по расположению. Вот, кстати, вот эта тачка прикольно выглядит, мне нравится. Идем дальше. Э, ты чё? Куда ты полетел? А дальше у нас идет вид на базу А. Мы его уже вроде видели. Вид на арену между базами А и С. Ну, это центр у нас. База Б представляет собой упавшую орбитальную станцию на дне обмелевшего моря. Это у нас получается станция какая-то с космоса, которая упала. Не, ну выглядит вот это, конечно, реально четко. Это выделяется. Я сразу обратил внимание на эти кольца какие-то огромные. Здесь у нас находится база, то есть всего на карте по классике три базы. И третья база у нас вот такая. Укрытия хорошие, по сути-то. И напоследок, что нам пишут разработчики, давайте посмотрим. Структура локации позволяет добраться до станции или до машин-опустошителей через арену. Важной особенностью является то, что база на месте падения станции отличается выгодным расположением относительно баз у машин-опустошителей. Ну, то, что я, собственно, и сказал. Она не только скрыта от прострельного огня, но и может предложить ряд позиций для ведения снайперского огня по противникам, захватывающим эти две базы. Делитесь с нами своими мыслями и первыми впечатлениями по орбитальной станции и увидимся в новости с анонсом балансных правок. А балансные правки, я думаю, завтра опубликуют, а карта мне очень сильно понравилась, потому что она выделяется на фоне других, особенно вот эта вот часть карты мне вообще зашла, что-то такое масштабное. А те две базы, ну, машинки и машинки, ничего такого. Давайте опять мы их посмотрим. Здесь две машинки стоят, камушек. А здесь у нас тоже две машинки стоят, ничего такого. Зато вот здесь вот у нас вот такие вот кольца орбитальной станции. В общем-то, пишите в комментарии, как вам эта карта. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока! I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast, I wanna feel like I'm a new person.
wanna be.